Приветствую вас на своем канале. В общем, выбираю себе Powerbank и решил выбрать Powerbank Xiaomi. Третья версия. Вот, в такой вот он коробке пришел. Тут можно стереть код и ввести его на сайте, который там указан, чтобы проверить на подлинность. Вот так вот выглядит коробочка. Это гарантийная пломба. Вот так вот она поближе выглядит. В общем, я ее уже разрезал. Вообще, я этот Powerbank уже распаковал. Один день назад. И обратно запаковал. И тут вот лежит шнур. Лапшеобразный. И такой коротенький. И в самой этой коробке лежит Powerbank. Там еще инструкция есть. Вот она. Только на китайском. Вот сам Powerbank. Приклеили наклеечку клея. Вот она инструкция. А это гарантийный талон. Тоже с инструкцией, только уже на русском языке. То есть вот гарантийный талон. А это инструкция, только уже на русском. Вот он сам Powerbank. Powerbank для своих размеров достаточно тяжелый. Сделан из алюминиевого сплава. Начетчик Mi выдавленный в корпусе. Краткие характеристики. Тут есть два USB порта, USB Type-C и USB microSD. Сейчас мы воткнем тестер и проверим его, как он держит нагрузку. Сейчас у нас без нагрузки 5 вольт. Это самый точный режим. Он активируется двойным нажатием. Также деактивируется двойным нажатием. Вот такая вот у меня есть нагрузка. У нее есть переключатель. Сейчас он стоит переключатель в 1-амперном режиме. Включаю нагрузку. Вот, у нас почти что 1 ампер сейчас. И 5 вольт не просаживается. И сейчас я переключаю нагрузку на 2 ампера. Оп, переключил. Все, теперь у нас потеряли почти 2 ампера. И 5 вольт также до сих пор держится. Также мигает индикатор заряда. В общем, как мы видим, нагрузку он держит. Еще он поддерживает быструю зарядку, но у меня нет сейчас ничего, чтобы это проверить. Сейчас мы проверим, сколько же он потребляет при зарядке. Такая облачок. Подключаем Powerbank.
Вот, зарядка пошла. По инструкции сейчас приблизительно от 50 до 75 зарядов. Вот и употребление энергии. Ну, в общем, все. Всем спасибо. Всем пока.